Хорошо, давай, возвращайся сюда. Есть дело. Проверь Франко Алифано, человек с тонной золота, которому необходим постоянный поток наркоты в Нью-Йорк. Франко ожидается в Риоха с сумками своих денег. Только знаешь что? Этим Франко окажешься ты сам. Ты возьмешь его деньги, его бумаги, и мы подарим режиму прекрасный большой подарок на Рождество. Полномасштабную войну между двумя картелями. Черт, какой же продуманный подарок, Шелдон. Перехвати Алифана с цирком по пути. И когда будешь там, захвати все деньги, которые везутся в Риоха. Затем встреться с ней. Но у смены режима есть свои особенности. Tu sais, il m'envoie toujours du matériel neuf pour toi. C'est idiot, tu vas le casser. Хорошо, часики тикают. Тебе нужно сделать все задуманное до того, как ты доберешься до границы. Хорошо, давай, возвращайся сюда. Есть дело.
телефону. Убеди. Бегите! Thank you.
Tu sais, il m'envoie toujours du matériel neuf pour toi. C'est idiot, tu vas le casser. Хорошо, часики тикают. Тебе нужно сделать все задуманное до того, как ты доберешься до границы. Итак, где же твои люди? Полагаю, у тебя тут небольшие проблемы с полицией. Лучше бы проблема такой и оставалась. Деньги при тебе? Это пойдет? Отлично. Я люблю очень большие счета. Эдмунда будет доволен. Он вскоре с тобой свяжется. Сеньор Алифана, у моего мужа очень плотный график. Прошу вас, не заставляйте его ждать. Thank you.
Вперед, дружище! Да здравствует революция!
убери свою морду из моей тарелки. И не говори. Или ты уже сказал? Убери свою морду из моей тарелки. Эти чертовы солдаты просто... Это мое. Thank you.
Оружие убери, мистер. Я бы с радостью помогла вам, сеньор, но у меня много дел. Пока, сеньор. Итак, друг мой. Мой друг с большими американскими деньгами. Мы тебе рады. У меня к тебе небольшая просьба. Я в самом деле надеюсь, что ты мог бы... Для этого я здесь. Послушай, с твоими деньгами и нашей силой мы сможем уничтожить картель Монтана. Это Кабальерос. Глубоко в территории Монтана. Люди там выращивают рис. Все очень мило. Но Монтана использует рисовую мельницу для своей белой культуры. Для коки. Нужно, чтобы ты ее уничтожил. Именно так. Нам повезло, братишка. Один из рисовых грузовиков по расписанию входит на мельницу, чтобы забрать свой груз. Я бы сказал, это хитрый способ попасть внутрь.
украл целый грузовик Коки и привез его в качестве дара. Видишь, что происходит, когда выводишь меня из себя? Нам нужна в укрытие. Схватить его. Руки вверх.
сумасшедшие. Друг мой, сеньор Алифана, все будет очень хорошо. Очень хорошо делать с тобой бизнес. Бегите! Смотрите. Нам нужна помощь. Пута. Паламига.
Убейте этого ублюдка! Получай!
Hola, amiga. Хватит его. Быстро. Открытие. Быстро, быстро, быстро. Берегись. Убейте. Схватите его.
Вернись, мразь. Милый, я такая шаловливая девочка. Убегайте, спасайтесь. Aguas frescas! Aguas frescas! Еда, пиво, все, что пожелаете. Hola. Милый, я такая шаловливая девочка. Отлично. С удачной покупкой вас, амиго. Вы мне тоже нравитесь, сеньор, но не настолько. То, что я ощущаю любовь. Нет, просто простуда. I am innocent, I said.